Площадка проведения спортивного праздника «Бурандей» традиционно становится местом переговоров властей Ненецкого округа и недропользователей. Так, глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу с руководством компании недропользователей. Говорили о кадровых изменениях и ситуации на мировом нефтяном рынке. В рамках встречи генеральный директор предприятия «Зарубежнефть добыча Харьяга» Олег Акимов представил главе региона нового генерального директора «Русьвьет Петра» Алексея Кулакова. Александр Цибульский, в свою очередь, отметил, что с компанией округа складываются партнерские отношения. Я думаю, что здесь у нас, в принципе, преемственность должна сохраниться, тем более, что коллеги, которых вы представляете, которые сейчас здесь уже, наверное, прекрасно знают, как работает компания, точно не нуждаются в дополнительных каких-то. В ходе встречи речь шла о ситуации, которая складывается сегодня на мировом нефтяном рынке в связи со снижением стоимости углеводородов. Как отметил Александр Цибульский, бюджет Ненецкого автономного округа напрямую зависит от прибыли нефтяных компаний, которые работают на территории региона. Вы знаете, что у нас, по сути, на 95% бюджет зависит от того, какую прибыль получают нефтяные компании, которые работают у нас на территории. Буквально сегодня есть ли какие-то прогнозы, стоит ли нам уже переживать и включать какие-то резервные планы, или пока компания справляется с тем? В плане добычи, в плане финансовых результатов, конечно, такие цены на нефть, они скажутся на деятельность, но мы сейчас разрабатываем ряд мероприятий, которые позволят нам, значит, компенсировать вот эти те потери, которые мы, к сожалению, понесем. Стороны также обсудили участие недропользователей в социально-экономическом развитии региона. По словам Александра Цибульского, в этом направлении с компаниями выстроены хорошие партнерские отношения. Совместно реализовано много социальных проектов. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».